интересно стало, зачем ты меня позвал после своей тренировки? Просто почти нет времени в школе, вот ты решил познакомиться здесь. А можешь повязку снять? А то интересно, что у тебя под повязкой. Прикольно, очень. Я хотел тебе кое-что сказать. Ты мне нравишься, может, ты станешь моим парнем? Дай подумаю, один день. Ок. Хорошо, Артемчик. Пока, до завтра. Как погуляли с Сашей? Задрал уже игнорить меня. Говори, как вы погуляли. Я не особо разбираюсь в геях, но я знаю, что вы будете отличной парой, но это ждать и ждать надо. Так что я думаю, он тебя пригласит завтра гулять. Бля, ты права. Я пошел. Пойду смотреть Юрий. Приветик. Ну что, подумал над предложением? Походу, он скажет нет. Да, я подумаю, я согласен быть твоим парнем. Ура! Давай после школы пойдем гулять. Ну, хорошо. Пока, зайчик. Встретимся после школы. Он точно придет? Конечно. О, а вот и он идет. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Если вам нравится сериал с озвучкой, я могу делать так дальше. Ну, с вами я была Снежка. Всем пока-пока.